Да, ладно, всем привет, друзья, я сразу же с того момента, на котором мы закончили, записываю, и что ж, мы будем сейчас продолжать играть с Карим, зачищать эту грёбаную пещеру, потому что я ее так и не смог зачистить. Да, и мы будем пытаться ее зачистить хотя бы. Потому что у меня там все не сохранилось, и я на тупом моменте чекпоинтился. Короче, жопа. Да. Вот. Так, то что у нас тут? Что у нас тут? Ничего интересного тут сильно нету. Всякие кости. Руки, кости. Всякие гварфы. Очень злые. У меня есть одна идея, которую сейчас можно воплотить. Знаете, вот так можно спуститься. Я понимаю, что прыгать не надо. Опа! Я тут. Тут я был. Окей. Это не сильно далеко. Значит. Где мой чувак? Тут где-то был сейф вроде. Нет? А да, вот он. Так, и открываем его по-быстрому. Вот тут вот он открыл. Вы видели, что я близко был, да? Сучара, да как-то я не могу. Я вот просто не могу его с первого раза открыть. Забираем все это. Ну и, наверное... Ну все, он добил уже паука, да. Чувак, нафигачишь? Ты его убил? Меня настолько лагает. Сейчас. Что ты делаешь? Эй, будь осторожнее! Чё, будь осторожнее, ты залагал! Чё, попробуем, сохраним? Я на твоей стороне! Что ты делаешь? Остановись, дурень! Что тебе нужно? Ну, чтоб ты разлагал. Что тебе нужно? Этого не будет. Этого не будет. Сучка. Что, деньги свои забирал обратно? Или... Я не понимаю, почему он не хочет исполнять то, что я ему говорю, сучара. Нет оружия. Оружие. Пошли. Пошли. А ладно, в жопу его. Просто. Он будет идти или нет? Просто я хочу понять. Паук! Разлагал, пошли все. Yes, он пошел. Тут долбить тебя сколько надо было, чтобы ты пошел. Мудин. Все, пошли, эти тут эти скелетики выходят. Этого убили. Окей, я не смогу, я не справлюсь. Давай фигач с моими фаерболсами.
Ах ты, вот как он попал-то? Сучара. Ладно. Окей, он меня вроде попал. Не-не-не-не-не. Что? Ты что? Ты агрессивный! Чу. Эпично. Ладно. У нас тут команда. Где мой эльфийский меч? Я что, его опять не выделил? Так, тут кто-то меня ударил. Пошли, чувак. Главное, аккуратно. Не надо! Ты дебил. Ладно, как только выживешь, давай. Вернись, будем фигачить. Окей, он слишком силен. Он силен, это Довакин. Ну ладно, мой чувак справится. Боже мой, окей, уходим. Архонт! А, так может Архонт это фигачит? Уходим. F5. Личуха, лечись. Все окей. Окей, Архонт сдох. Он успел вызвать Архонта. И сдох. Ладно, этот призрак умер. Все супер. Так, ну, стрелы. В первую очередь стрелы. Так, окей, беспокойно. Тут встает какой-то чувак. Окей, ладно, этот разберется с ним. Алло! Вы спите? Окей, вы спите. Ну что, все живы? Все живые? Так, все, забираем золото и... Ну что ж, пошлите отсюда, нам больше тут делать нечего, как я думаю. Мы можем идти дальше, продвигаться как-то более-менее. Так, а сейчас мы поступаем вот так. Мы идем вперед, идем назад. Идем назад! Окей, либо ты можешь остаться там. Это ж тут... Ладно, сиди хотя бы там, я тут разберусь. Это призрак, он уже неплохой. Умирай. Окей, я нечаянно его ударил. Ты знаешь, сколько людей там идет? Он это призраку или кому? Повысился еще чуть-чуть уровень. Так, ну что ж, продолжаем фигачить. Ой-ой-ой, чекпоинт. Ой! Уходите все! Нет, только не ты, только не ты, только не ты, только не здесь. Я не хочу умирать. Опа, все, я выжил. Сучка, еще какой-то призрак тут. Окей, будем ждать. Жопу будем ждать. Почему? Он не наступил, что ли? Окей, лечение, бла-бла-бла. Быстренько лечимся. Тебе
Ну-ка. Окей, все, пипец. Пипец мне пришел, походу. Чувачки, пипец. Давайте, что-нибудь надо. Лечение. Одного зато убил. Умри! Окей, он может меня убить. Быстро зелье, что-нибудь надо попить. Сил. Сил. Скума. Дерьмовая скума. Так, ну, нам нужно что-нибудь выпить. Лечение. Чокпоинт, бэч! Быстренько уходим. Отступаем. Это не, не уходим, это отступаем. Всю ману перетрачиваем. Зюзю. Так, и берем себе мой суперсет. Еее, нате! Фак е! Окей, хороший боевой топор. Драуга! Драуга, я смог это прочитать. Драуга. Драуга. Будто смауга какого-то. Ладно, у него урон 15, у меня, ну, 13, но я не считаю, что мне надо что-то сейчас менять. Что-то пытаться сделать. Это палач, который уже... Так почему у меня постоянно крики меняются? Так уже наш... Чтоб я убил... Я убил этого мудака. Фигач меня, я убил своего. Вот так вот мне за это и надо. Потому что он был свой, у него было мало жизни, я его ничего не убил. Окей. Окей, уходим. Так, я тут в тупом чекпоинте зачекпоинтился. Так, где у меня тут лечение? Это чекпоинт. Окей, так, мне надо... Умри! 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 Фух, все. Золото, мука и уходим. Тун-дун, тун-дун, тун-дун. А тут у нас кто лежит? Тут у нас какой-то хрен. Так, а тут я чувачка убил. Меч норский был. Нет! Тихо. Кого? Читеры! Все, я не люблю читеров. Уходим. По новой схеме, блин. Окей, так, быстренько, щит, меч. Все супер. Все-таки есть какая-то супер законспирированная кнопочка. Так, чекпоинт, все, супер. Фух, это было тяжело. Это было довольно тяжело. Же. Ха, я вижу тебя там. Ходячие покойники. Я был бы внимательнее здесь. Да, конечно, я бы тоже был внимательнее. Только ты знаешь, что это пипец мы тут насколько. Сколько мы тут были. Ты где? Тут твой архонт. Сам-то где? Израка. Печь, все. Каков наш следующий шаг?
Долгая история. Моим последним клиентом был настоящий. Носил звериные шкуры, на лице татуировки, типичный северянин, если ты меня понимаешь. Ага. Он был невероятно свирепый, кровожаден. Тяжелый клиент, прямо скажем. Да все просто. Платил он очень хорошо. Очень. В общем, мы зачистили развалины форта в окрестностях Вайтрана. Выбрались наружу и увидели, как один из этих удирает верхом. Ну, отпускать его мой патрон не захотел, и мы за ним гнались. Пешком. 3 дня. А потом мы вышли по его следам на самый большой лагерь бандитов, который я когда-либо видел. Мой клиент на меня посмотрел, и лицо его скривило такая угрожающая ухмылка, какой я ни у кого не видел. Архон до сих пор жив. Я понял, что больше его не увижу. Все деньги мира не стоят такой смерти. Окей. Ладно, этот сдох, все. Но мы идем дальше. Мы тут что ли зачистили? Этот еще раз чекпоинт тогда. Стрелы заберу. Кольцо. Кольцо не надо было. Все знают теперь, что мы живые. Что мы здесь сейчас. Тут была куча призраков. Дальше будет тоже пипец, но это будет уже другая история. Камень душ. Наверняка его собирать надо. Так, что у нас тут? Печенье. Инструмент. Голда. Стала... Гима? Стала Гима? Что? What the fuck this shit? Ладно, стал грим добыто. Тут много этого говна. Походу, да. 2 уже. Целых 2. Ух. Вот я теперь такое, по идее, могу добывать. Дерьмо. Ой, боже. 3 стал грима. 15 золота и эльфийский щит. Неплохо, неплохо. Но вот такая прикольная аура тут. Это место. Так, ну тут сильные, ну ничего супер быть. Рядом ходячие пытки. Я был бы внимательнее здесь. Ты вообще у нас супер внимательный. Нашел я одну огненную соль. Соль пустоты, не знаю зачем мне она пока что пригодится. Кабаний клык возьму. Ну, тут можно полутать, но... Лучше быть осторожнее. Что-нибудь сделаем, давайте. Так, регенерация магии, урон запасы сил. Давайте что-нибудь приготовим. О, создан яд. Ну, какой-нибудь клык, тролль. Нет, не тот, не те клыки. О, яд. Блин, я огненную соль потратил. Вот. Сенсор здоровья. Так, ну, восстановили здоровье. Ингредиенты, ну скажем. О, яд! Повреждение, регенерация запаса сил. Будем комбинировать. Я урон здоровья. Сопротивление огню. Алхимия повышается до 20. Все, повысили алхимию в школе.
возьмем вот эти вот желе. Вот это вот тоже язык дракона, а неплохой. И пойдем дальше. Давайте пос. Нет! Нет! Сейчас чекпоинт. Смотрите, сколько нам осталось. Тут чуть-чуть. Тут всего лишь-то. Еще какой-то такой же. Хотя нет, тут довольно близко. Намного ближе. Ням! Все. Ням! Все. What is the shit, man? Как легко в Скайриме сдохнуть. Оп, так, тихо. Опа, все, забрал. Ты живой? Ты живой, чувак? Чувак. Ну да, ему половину снесло, так же примерно, как и мне. Ну, мне побольше. Так, пламя, обморожение, лечение. Так, сейчас надо быть готовым. Так, быстро. Открой, чувак. Так, чувак, давай. Что, фигач? Это не хочешь, окей. Вольви! Фигачьтесь, короче. О, можно открыть. Рамы открыли. С первого раза отлично, мы куда-то прошли. Куда я прошел? Воу, тут еще одна такая говно, которая мне нравится. На уровень. Нет, тут этот хрен! Нет, он слишком силен. Я не смог. Сучка. Окей. Новый левел, что-нибудь себе. Здоровье. Хочу кучу здоровья. Свитки. Хочу что-нибудь свиток. Массовый паралич. Ну и кто-нибудь хочет со мной тут потягаться? Вот никто. Сейчас прибегут. Я вам не верю, я боюсь. Конечно, знаешь, что нужно ждать уж. Сказать, бою в каком бою. А чё, никто не пришел? Какого фига? Я не понял. Окей, уходи. Так, ушли. Тихо! Они что, на меня опять сейчас будут? Уходи, Довакин! Где там этот? Бежи, бежит. Беги, чувак, беги. Так, окей, мне можно взять, значит. Что мне можно взять? Суперлук мой. Ничего так, ударчик. Он горит еще после этого. Фига чему, у меня уже почти лук разрядился. Чего вы так загинаетесь прямо? Это же фиговый, он даже ничего не наносит.
стрельба повысилась чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой, да ты прямо про какой-то лука. У него лук там, наверное, на 500 люлей. Мог бы я тебя полечить. Полечил бы. Стрела. Оп, стрела. Давай. Сучка! Какого? Чуя? А где мой лук? Должен валяться. Я его не вижу. Сучка, он мой лук где-то просрал. Ну вот. И делай после этого крутые луки. Кто меня совсем нехило так разоружил? Писец, ты мой лук нашел. Нет, это его. Окей. Но лугу есть. Он упал! Ты сдох, сучара. Орчи! Орчи лук. Он с орчи всего нас так убивали. Окей. Окей, вот так вот. Ну что, как ты? Готов дальше идти? Я нечаянно выпил зелье. Курган Бадлан. Никого нет, отлично. С кем? Вот с кем в бою я-то? С кем я в бою? Вот все супер. Отлично. Ладно, на этом, я думаю, эту серию стоит закончить, потому что это был полный улет, пипец, и вообще все, что я могу назвать, там супер, пупер. Это пипец просто, понимаете? Ну а так все круто, так что давайте, пока-пока, ребят, мы смогли, мы прошли первый раз до сюда. Чекпоинт обязательно надо сделать, вот тут примерно, ну или где-нибудь, что-нибудь. Так, ладно, давайте чекпоинт. И все, да, на этом мы закончим. Так что всем спасибо, всем пока, ребят. С вами был Расти. Удачи. Сейчас. Пока-пока, ребят.